Доброе утро, дорогие друзья, с вами Виталий Зосин, и сегодня мы будем готовить замечательный завтрак. Называется он «Хрустящий тост с жареным бананом и ванильным мороженым». Для этого нам понадобится ванильное мороженое, пудра молотого кофе, тосты, банан, сливки, яйцо, мята для украшения, сахар для карамелизации. Итак, приступаем. Подготовим смесь для того, чтобы сделать именно сам тост. Для этого мы используем яйцо и сливки. Добавляем немного сахара. Делаем такую омлетную историю. Банан использую я уже такой, знаете, более мягкий, созревший, для того, чтобы была более нежная история и текстура при приготовлении данного блюда. Сахар высыпаем на сковороду, либо же тепан. Он начинает карамелизоваться. И добавляем сам банан. Булочку мы вымачиваем, тост, в сладкой омлетной массе. И следом отправляем также на сковороду. Банан обжариваем с двух сторон. Видим, образовалась карамельная корочка. Тост тоже обжариваем с двух сторон. Также можем видеть текстуру именно омлетной истории, такой кружевной. Но это тост сладкий, очень интересный. Приступаем к отдаче. Выкладываем тост. Сверху выкладываем карамелизированный банан и выкладываем шарик мороженого. Пока история горячая, мороженое холодное будет подтаивать и создавать такую кремовую текстуру, соус дополнительный. И пока банан горячий, я посыпаю его пудрой кофе. Ароматика просто бешеная царит здесь. Украшаем все веточкой мяты. И подаем к столу. Хрустящий тост с карамелизированным бананом и ванильным мороженым готов. Приятного аппетита!